И тут говори, не говори, а лучше город Бровары, понимаешь? Так же самое и тут. У нас же судьи вообще огонь. Каждый раз они в новшестве. Все ж хлопаете. Думаю, дураки, что вы хлопаете? Чему вы хлопаете? Да наступит новый круг ада. Иди, твою богомыш! Да ты ядрицкая богомыш. Твою маму Бог любил, понимаешь? Ну, вафля, вафлю, печенье в клеточку, ну все пропало. Странно, 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 ну ладно, главное быть бодрым духом и верить в себя, набирать крутую команду. Ну, думаю, если она берет белого по стандарту, я заберу Мальвину, думаю. Болтавам, знаешь, все хорошие, все тобі, до свидания. Хай у меня будет батальон. Я думаю, ты что, подрега моя? Рыжа, сюда, забираю рыжу. Типу мужика, але з жіночою ноткою, знаєш, такого, типу, лайта, угадай. Матюшки, це що, опера, що ли? Опера, моя птичка! Це опера! Опера? Я сказав опера! Опера или не опера? Ми начнем делать оперу. Руки чешутся, мне хочется туда. Куда? Зачем? Нет? Нет! Пожалуйста! Это не крем! Это не крем! Тебя крем стоит в соседней тише! Ты владелица кафе, библиотекарша, ты книжками обложена, у тебя вся комната в книжках. А ты что ты делаешь? Что ты делаешь? Я ору, значит, меня там кто-то чует. О, ганаш! Я читала ганаш! Это не ганаш! Это шоколадное масло будет, Вова! Это будет шоколадное масло, зато застынет! Нет, ты не нервничай, тебе старческий маразм. Я тебе так скажу, это реальная жопа. То есть, Женя, ты был очень даже неплох, я тебе скажу. Ты был очень... Поверь! Теперь я понимаю... Да, можешь уже поближе сесть. Добра сегодня не будет. Сироп в меренгу, горячий, с шоколадом. Все, мой мир погас, я выпала. Я тебя Христом Богом прошу, пожалуйста. Блин, зачем ты его виноградно пересыпала? Что ты туда доливаешь, тебе бисквита нема, ты его мазать собралась? Ты, блин, ни хрена не сделала. Закона все проверила, все проверила, подоставала, поменяла местами. Все перепробовала, яйца выбивала, ложку помыла, справилась. Карина, ты все проверила? Да. Все проверила и все, и ушла! Ты поняла, что я навела? Ты просто все проверила и ушла! Я не могу, там полно было этих. Бисквит, не бисквит. Что ты, что вот это за параша? Не понимаю вообще. Что это за параша? Это был бисквит. О, пошел ты в жопу. Не делай этого. Пава, стой. Стой, Пава. Вселенная приказывает тебе остановиться. О, прости меня, родной. Нет! Нет! Нет, дай Эндер, стоп! Эндер, стоп! Время, стоп! И у нас получается омлетный бисквит. Омлет. Сладкий омлет. Он, понимаешь, он дарит мне невидимого ежика. Вот, о чем мы сейчас? Какая опера вообще? Ну, это, судя по всему, опера. Лиза! Давай, белорус, давай, давай, включайся! Быстрее! Макс,
Реально, я была сегодня поражена. Включился. На одной ноге. Потому что ему просто две ноги не нужны. На одной ноге лучше думается. А у тебя какой, братан? А? Что у тебя? У меня какой-то есть кофейный крем, короче, какой-то, ага. С кофе. Сейчас забью яйца, добавлю, может, яйца и сливки, я не знаю. Я вижу картину Репина. Приплыли. Добавить еще сливок. Дайте ему кабана, вы ему эту оперу дали. Ну, фондан, наверное. Ага, чизкейк, может быть. Чизкейк! Какой чизкейк? Миндаль же. Ну, в принципе, да, чизкейк может быть. Теоретически здесь все может быть. Ну, что я могу ему сказать? Ну, он мангальщик. А что, он поднялся даже? Я пекарь, я пекарь. Лосось, все, труба, глянь. Я отвернусь. Да блин, сейчас можно так запортачить, что мать бы моя дрыгала, ма. 9. Не трогай, нет! Не трогай! 5. Ребят, ни у вас, ни у нас, ни это не опера. 4. У нас вот самая чистая. Вероника уже минут 5 выбирает. Все, уйди оттуда! Отойди! 2. Больше медаля. Тихо! 1. Не, ну бомба. Замедленного действия. Стоп! Час вийшов. Команду синіх, підходьте з вашою стравою. Я несу творение своей команды. Они это готовили, а не я. Почему я несу вот это? Мне вот это вот стыдно ставить судьям. Я даже хотела им сказать простите, реально. І що ж це перед нами? Угу. Глаза в пол. Стидоба повна. Коли я побачив, що ви робили цей крем, моя перша думка була... Це як супчик. Поки себе є. Тому що ось каструлька. Каструля. Un ingredient. Pues один ingredient. Otro інший ingredient. Вектор, я все бачила. Жахливо. Назвати цей десерт оперою, звісно, не можна. Насправді немає сенсу запитувати, хто винен, тому що кожен причетний до цього фіаско. Привет, ребятушечки! Дело было вечером, делать было нечего. Заходим мы на кухню мастер-шеф. Я и так расстраиваюсь, когда захожу туда, в павильон. Меня нервы бьют, мозги отшибают. Взять ее в команду, это значит, ну, что-то типа плюс 20% к доблести. Ну, типа тапки бессмертия. Ну, как в какой-то там игре онлайн. Палочка удачи. Базилик счастья. Ну, как-то так. Вот включите голову на минуточку, друзья. Все черные фартуки. Если сейчас косячат, то кого-то могут просто выгнать. Ну, типа ты рукожоп. Чао-какао, да? Об этом она не подумала. Нужно было хоть кого-то взять. Или на слив, или наоборот, не на слив. На фартух кожного тоцінку, яку він на вашу думку заслуговує. Увага! Номер 1 – це найвища оцінка. Отже, його отримає найсильніший кулінар. Номер 2 – слабший. Номер 3 – ще слабший. І так до кінця. Ну, мені то неудобно трошки, знаєш, типу, ну, я не дуже того люблю. Я думаю, ну, начеплю я собі 5-й номер. Ти перший, однозначно. Ну, окей, я перший. Ти з нас найсильніший такий. Ну, ладно. Хорошо. Вероніки дала единицу, а мне 4. Я обиделась. Я специально сейчас завалю команду. Ты же за 3 секунды этой бешамель лупанула. Ну, королева бешамеля. Тут уже вроде Мишаня что-то закончил, и тетя Валя. Валентина.
Вам команда кричала: робіть так, робіть сяк, а ви нікого не слухали. І знали, і робили своє. Я вам говорив. І правильно. Адже в результаті ваш бешамель найкращий. Ви що, з ума сошли? Яка, блін, запіканка, нафіг? Это что за фигня вообще? Понимаю, да, что значит в турнирной таблице остался Галатасарай, Барселона и Днепродзержинская Сталь. Галатасарай, Лиза, Барса, собственно, персоны и Днепродзержинская Сталь – это, к сожалению, лосось. Я понимал, что ставки высоки, это Лига чемпионов. Реально, мы совершили такую роковую ошибку. Кто мог подумать, я не знаю, почему я не подумала в тот момент о том, что я же меренгу буду взбивать рукой. Вот, а посмотри на мою руку и на руку Павы и лосося. Фигачи ее так, что у тебя вообще крыша должна ехать. Да прям вообще. Давай, подержи, как тренер. Я вспомнила свои тренерские времена, когда я тренировала. Я на него прям кричала. Быстрее! Ты что, не понимаешь, что такое быстрее, Пава? Вот так. Еще. И не останавливайся. Еще быстрее. Молодец, хорошо. Да, молодец, да. Как она мне висит? Кто? Это жирная свинья. Наиграна. Фитнес-тренер. Она уже тут пожирнила килограмм на 10. Нічого не їм. Де ти, падло, нічого не їси, коли нагляд рот не закривається. От я з Веронікою рядом, да, ми стали на процес, біля мене Жека, я така так. Працюю на кухні. Зразу така інформація. Чик-чик, працюю на кухні Вероніка, 23 роки. Прийшла на мастер-шеф, знаєш. Я такий, шеф, Жека, працював шеф-поваром, тра-та-та-та, стаж роботи такі-то, такі-то, зарплата така-то, така-то. Так, і в мене, знаєш, така строка. Кулінар-аматор, домогосподарка, львівська модель, львівська мажорка. Сковородку став, солома, пускай греється. Я поставила сковородку, Вероніка поставила сковородку, Жека поставила сковородку. Так, тебе три сковородки стоїть, ну. Заберіть одну сковородку. Жека, забери одну сковородку. Я свою забирати. Яка одна сковородка? Ви що, алло, гоніть чи що? Ви мені кричите за одну сковородку. Типу тяжко поділитись, блін, сковородою. Ага. Боєм? І що? Що ми тут зробили, а? Що-небудь, а ви що? Ага, угу. Гаражу, да. Угу. Ти що, як треба включити? Боєм. А Томаш, это реально, повторюха-муха, мамина сируха. Він все делал точь-в-точь, як я. Я режу три тоста, і він реже три тоста. Я беру три кусочка бекона, і він три кусочка бекона. Понимаешь? Тупо все один в один. А у Вовы яйца Бенедикта на всю семью Бенедикта. И яиц больше нету. Приносит зайца, рыбу, короче. Знаешь, тупо именно, короче, охотник пришел с рыбалки. Бу-бу-бу, я не хочу черный фартук, я не хочу черный фартук, бу-бу-бу. Она всех сбивала с работы, та Вероника, блин. Я вообще, чтобы могла бы ее зацедила бы там, чтобы она аж в стенку влезла бы. Чуваки, я буду сеять панику, потому что вы... Просто... Ребята, остановите, Карине надо выйти. Ну, слава богу, что не будет черного фартука, что Вероника там мозги не будет вырывать во всех и у Карины тоже. У вас жодна страва не была правильно приготовлена. Закуска не їстівна. Якби моя воля, я б кожному з вас почепив би ще по одному фартуху. А то й зовсім вигнав би з проекту. Сегодня был хороший день, а завтра будет еще лучше.